Бум-бум-бум-бум. Как вы поняли из названия, будем готовить сегодня дынный сироп. Причем будем готовить его практически не из чего. Нам понадобится дыня, а точнее даже не дыня, а сама шкурка дыни и сахар. Значит, я немного нарежу. Отойдет в сторону. Мякоть дыни у нас пойдет на украшение и на дынную пюрешку. Я тоже пока в сторону. Есть контакт. Следующим этапом просто немножко помельче сделаем нашу шкурку. Вот, и закинем все это дело в вакуумный пакет. Не обязательно вакуумный пакет, можно закинуть вот в контейнер такого рода и просто засыпать сахаром. И так будет работать. Мне комфортней и больше нравится результат больше в вакуумном пакете. Многие любят цифры, вот мы сейчас сразу взвесим. Курки получилось 120 грамм. Засыпаем сахара практически один к одному, можно чуть-чуть больше, то есть сахара я дам 150. Того шкурка плюс сахар 270, вообще идеальненько. Вот все это дело просто расправляем и отправлюсь это вакуумировать. После вакуумации, либо просто как вы засыпали в контейнер, ждем сутки. За одни сутки наши все вкусности и сахар из дыни вытянет, и мы с вами посмотрим, что получилось, и само собой приготовим вкусняху на этом сиропе. И так волшебным образом прошло чуть больше суток, ну где-то часов 26, у нас получился вот такой прозрачный сироп. Значит, мы его сейчас скроем, немножко отсадим на всякий случай, если вдруг какие-то крупные частички есть. Выжимаем все до последней капельки. И переливаем в наш пузырь. Ну вот, собственно, и все. Он невероятно ароматный. Что мы имеем? Мы имеем невероятно насыщенный ароматный сироп, который мы приготовили из шкурок дыни, которую вы обычно выбрасываете в мусор, вот, и из сахара. То есть при этом у нас себестоимость минимум, вкуса максимум. Я считаю, это очень круто. Zero Waste Rulet. Пробуйте, экспериментируйте, готовьте. А в следующем выпуске мы с вами приготовим дынную маргариту на основе этого сиропа. Так что не пропускайте ролики. Будьте здоровы, всем пока-пока.